Настя, ты будешь посещать все мероприятия, все концерты, все автопати? Да. Скажи, ты будешь соблюдать дресс-код? Сегодня, например, випстер-пати. Что ты об этом знаешь? Кто такой випстер и как одеться? Так, начинаю с того, что эта мода возникла в 1947 году и в Индии. Хипстер, випстер, созвучные производные випстер от хипстера. Настя, мы знаем, кто такой хипстер, а випстер кто такой? А это производная от хипстера. Как одеться? Наверное, все самое лучшее и сразу. А вот, например, у нас в пресс-релизе написано, надо одеться модно, иначе не пустят, строгий дресс-код. А что такое модно сегодня? Для меня джинсы, майка, кеды. Но насколько красная ковровая дорожка обязывает, вот из старого пледа пришлось платье смастерить. А что делать малоизвестным людям, которых, ну, в джинсах и в майке, наверное, на випстер-вечеринку не пустят? Билеты в кассе. Ага. Все, понятно. Ну и у нас еще один такой вопрос, например, вот VIP – это very important person, естественно. У меня, да, была в свое время компания, она была VIP-концерт. И расшифровывалась так: великолепно исполняющие попсу. Об этом я и хотела спросить. Спасибо, подходит. Отлично.